«Все на лед под Новый год». С таким девизом хоккейный клуб «Красная звезда» в Петербурге организовал праздничные катания на коньках в рамках открытия хоккейного турнира «Кубок Валерия Харламова». Сегодня у нас открытие второго уже международного турнира на память Валерия Харламова, величайшего советского хоккеиста. В прошлом сезоне у нас был первый турнир, мы проводили его среди хоккеистов 2008 года рождения. В этом сезоне второй турнир, и играют команды 2010 года рождения. После торжественной церемонии открытия хоккейного турнира начался матч юношеских команд, а на территории игрового центра проводились различные мастер-классы. Здесь у нас мастер-класс для детишек. А здесь в основном дриблинг, это владение техникой, владение клюшки, шайбы. Вот. А также есть броски. Ну, собственно говоря, можно посмотреть и увидеть, что ребята водят шайбы. Очень интересно и увлекательно для них. В будущем году в Петербурге планируется открытие Академии Валерия Харламова, легенды советского хоккея, получившего в 70-х годах признание как в своей стране, так и за рубежом. У нас планируется в этом году открытие Ледового дворца Академии Харламова, где будут новейшие технологии, такие, которые не только в Канаде и в Америке, но и у нас есть более прогрессивные технологии, на которых работает «Красная звезда». Это один из клубов Академии Харламова, который, видите, вроде как небольшая база, но и с учетом тех технологий, тех качественных изменений, что произошли, она показывает результаты. В этой академии мы будем проводить семинары не только российские, но и международные. Занятия хоккеем, без сомнения, гарантируют всестороннее развитие гармоничной личности, профессионализм и отличные перспективы. А планы на следующие 3 дня провести турнир отлично, Кубок Валерия Харламова, чтобы ребята получили удовольствие предновогоднее, поиграли классно в хоккей, чтобы сильнейший победил. Ну и в новом году, конечно, также продолжить развитием детского хоккея в Санкт-Петербурге, чтобы как можно больше ребят и девчонок приходило, конечно, к нам в клуб «Красная звезда» и занимались хоккеем. В завершении праздника всех ожидала елка на льду и массовые катания на коньках с веселыми аниматорами. Предновогодний праздник на льду подарил замечательное настроение всем участникам открытия этого хоккейного турнира. Кнария Исламова, Нина Пырьева, новости ТБН.